Я скачал My Summer Cam, камер, блять, камер. My Summer Car Editor. Значит, причина. Причина в чем? Причина в том, что... Ну, понимаете, вот какой вопрос. Насколько мы... Ну, надо этот самый. Короче, тут показано состояние всех запчастей. И я, честно, ну, тоже не хочу затягивать с My Summer Car. И я хочу попробовать сегодня пойти по всему, что у нас должно отъебнуть, и собрать по вот этим данным. Что нам говорит компьютер? Что у нас два колеса имеют износ... Один про... Ну, осталось 1% всего износа. Вот, и соответственно, нужно поменять шины. Также Starter Condition 12%. Что такое Rocker Shaft Condition 10%? Что это такое? Piston 3 Stock Condition 23%. И вот... Вот тут вот Bad. Bad все. Bad написано везде. Мотор надо весь менять, по сути. Капиталку надо делать, пересобирать двигло, покупать детали новые. Пистон — это поршень, экзаут — выхлоп, интейк — впуск. Ну просто это шиза определять по звуку их. Ну это ёбаться. Ну плюс я не хочу вслепую все делать. Так, ладно, сейчас будем на этот документ ориентироваться. И будем понимать, что нам нужно. Парадокс от суммы Тесея, ёпта, бля. Будет ли это та же Сацума, когда мы подойдем до ТО? Не, это будет та самая Сацума. Но я даже не знаю, с чего нам начинать-то. Начинать нам с того, что мы открываем видео того прекрасного человека, который... Настройка двигателя. Так, 44 раза. Начинаем мы этот летсплей с этого момента. А где наша магнитола у нас это? Как все это без гайдов сделать? Ну вот, в реальной машине так же. 44 раза открываешь капот, 44 раза двигаешь, и у тебя... И у тебя скидывается вот этот двигатель до заводских настроек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре. Поэтому сперва 44 от себя, а потом 22 раза на себя. Пиздец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Кузьма, ты же двигатель пересобирать будешь и новые детали ставишь. Зачем сейчас настраивать? Так, а чё, вот тогда нету смысла этого настраивать? Я не понимаю. Тогда действительно зачем мы этим занимаемся? Если будешь ездить, есть смысл. Едь, забирай GT-диски, разбирай полностью движок и покупай новые запчасти. Если не разберешь, то детали не появятся в магазине. Все вместе выйдет около 12-13 тысяч. Так, хорошо, нужен план. Чат, нужен план. Как мы сейчас должны действовать? Нам по-любому нужно покупать заново все вот эту хуйню, правильно? То есть что нам нужно заново купить? Вот что мы покупаем заново? Вот по-любому то, что нужно купить. Для начала бухнуть, так, да. Пиво выпито. Разбирай двигатель и едь покупать детали. Сука, то есть мне по-любому двигатель нужно разбирать? Ёбаный в рот. Ебать. Все это дерьмище разбирать. А зачем тогда собирали? Ну, ребят, мы уже это делаем не первый раз, все должно быть в порядке, в теории. Как бы мы собирали, чтобы покататься. Мы покатались, но очень мало. У нас все сломано, понимаете ситуацию? Я же вам объясняю, у нас все сломано. Все. А, это вот эта хуйня, да? Или нет? Может он и такой фиговый поедет? Нет, да не поедет он, блять. Мы же вчера вот я вам продемонстрировал, почему он не поедет. Ребят, я хочу в это верить не меньше ваш. О,
Блять! Так, был звук. Ага. Так, окей. Пожалуйста, go через My Summer Car Edit. Нет, 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 ребята. My Summer Car Edit... Блять. My Summer Car Editor я только ради одной цели взял. Я уже вам объяснял. Цель была исключительно посмотреть состояние запчастей, в каком он находится. Цель была только в этом. Так, стоп, что-то я не понял. Двигло от подрамника открути, да, 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 да. А где тут... Пророк Сенбай. Двигатель. Мой любимый клиент, что там у тебя? GV 300 рублей, привет шахматистам. Так, спасибо, GV. Все нормально, открутили. Так, нет, стоп, почему еще что-то он поднимает? Блять, что делать? Их три, так, ладно, надо... Сука! Два... И третий надо найти. А третий где? Бля, не, он все равно поднимается вместе с тачкой. Так, что-то там отлетело. Блять, стоп, это что, заново нахуй? Это заново еще проводку все нужно? Пророк Сенбай. Пиздец. Блять, чё, настолько все заново? Ну, будем честны. Это не настолько страшно. Заново все собирать. Ну, мы же собирали уже все это дело в каком-то смысле. Ну, мы 10 стримов собирали, там же еще затупы были. Там же еще была какая-то хуйня. Там же еще была какая-то хуйня. Так, ладно, давайте заберем еще этого чела из пивнушки быстренько. Все, но сегодня мы не в тильте, сегодня это... С новыми силами все должно получиться в лучшем виде. Так, кстати, вот смотрите, позвонил алкаш. Это ли невозможность, вот это ли небольшая возможность сделать заказы из этого журнала, из этого каталога, что нужно? Все равно это нужно заказать. Что нужно заказать из каталога? Или вот из этого каталога нихуя не нужно заказывать? А, ну тут только тюнинг. Здесь нету ничего серьезного. Но единственное, вот эту бы смесь поршневая там есть. А где эта поршневая? Ну это полуоси. Ебать, они 9000 стоят. Радиатор купи 100%. А у меня с радиатором вроде все ок. А, поехали к алкашу. Ты знаешь, не надо не утратиться, если он не пойдет, он не пройдет ТО. Надо сначала сток Сацуму собрать из новых деталей. Так я не понимаю, а деталь я могу купить только у того чела, который работает механиком, правильно, в городе? Больше ни у кого я этих стоковых деталей купить не смогу. Все, я понял. Вот колеса мне нужно все покупать или не все покупать? Вот у меня на одном износ, на двух износ... На одних износ 59%, а на других износ по 1%. Насколько это
требует мне заменять все 4 колеса. Или заменить только 2, на которых по 1%. Там цена за все 4. Бля, не продают. По одному не продают. Ну ладно, тогда колеса по-любому мы покупаем. Все, короче, я сейчас приеду, прочту вам все, что нужно купить. Будем решать. Будем решать. Нужно, чтобы кто-то записывал. Так, кто у нас из модераторов хочет заняться этой интереснейшей... Вот пиздец, блядь, еще сзади. Кто у нас из модераторов хочет заняться этой интереснейшей работой? Колеса не в смысле покупать, можно забрать новые, литье в одном месте и потом за 3К будь в мастерской. Чат, то, что он пишет, это правда или неправда? Он лжет сейчас? Так. Выбираемся из этого дерьмища. Блять, только не опять. Блять, только не упасть в воду. Аккуратно. Аккуратно. Пиздец. Сука! Так, хорошо, давайте сосредоточимся на серьезных вещах. Значит, какой план? Давайте мы сейчас поедем за теми вот колесами, о которых говорил человек. Где это находится? Вот в полном хорошем состоянии новые колеса. Где их взять? Пиздец. А почему мы сразу не поехали туда? Зачем мы взяли эти с этими осами ебучими? Писали у сарая свина. Поворот к свину. В таком случае, если это все равно по дороге... Будет. Если этот алкаш нам ночью сегодня будет звонить, сделаем часть работы быстренько. Ну ладно, мы сейчас должны супер быстро все делать, как профессионалы. Так, тогда быстренько вот это все говнище открутим. Так, ну ебать, начался просто спидран. Ох, блядь. Надо было сначала зацепить, да? Пророк сенбай. Надо было сначала зацепить. Значит, план номер один пиши, Полина. Нам нужны колеса. Далее, смотри, что нам нужно. Записывай. Стартер кондишн, рокет шафт кондишн, пистон сток. А, ну они все убитые. Напиши 4 пистон стока. Альтернатор кондишн, кранкшафт сток кондишн, фьюэль пумп кондишн, гиарбокс кондишн, хедгаскет кондишн, вотерпумп кондишн. Так, смотрите, у меня еще есть такой показатель, как bad. Это вот bad, это что значит bad? Он bad, как Майкл Джексон, ну, клип bad. В смысле, он плохой или он плох, типа его надо менять. Я не понимаю, что это значит. Никита, я пишу на русском языке буквально. Fusion Condition, надеюсь, ты сам разберешься. Все правильно, Полина, ты все правильно делаешь. Все, видите, мы быстро все разобрали. Значит, да, какой у нас план? Сейчас мы ложимся спать. Мы ложимся спать. Сколько времени? Мы еще на всякий случай сохранимся. От греха подальше. Тут написали, это не название, а состояние. Нет, Fusion Condition — это название. Там написано, что это название. Пивка и в город. В город, как только мы, смотрите, сейчас... Я просто, понимаете, тут тысячи нужно моментов учесть. Нельзя просто так взять и поехать в город. Это не состояние.
Но это, в смысле, не по-деловому. Мы не просто в город поедем. Мы поедем два зайца за раз убить. Мы поедем к алкашу, его подвезем, и поедем в город. План такой. Тут стратегия появляется, многозадачность. Так, вот там, где эти колеса лежат, скажите, пожалуйста, там нужно заранее... Блять, что я сделал? Сука! Я забыл совершенно про эту хуйню! Я лег с сигаретой, блять! Сатана! Ёбаный в рот! Сатана! Сатана! Блять! Хорошо, что сохранились, да. Юрыч дал джазу, блин. Ни одного косяка сегодня. Больше быть не должно. Больше мы не косячим. Вообще ни в чем. Играем только с ультрапрофессионально. Бля, ну как же так я сигареты-то, бля? Я даже не подумал, вообще какая-то ошибка новичка. Вообще просто супер ошибка, супер-дупер ошибка. Все, теперь точно, ребята, без тильта. Без тильта. Зачем тебе диски новые, они без резины, на них также придется одевать резину, как и на старые. Потому что мы сэкономим. Там же, как я понимаю, если only резина, то это дешевле будет, правильно? У нас немного денег. Нет, одна и та же цена. Блять, а какой смысл в этих дисках тогда? Что это даст нам? Ну, новые диски красивые. Ладно, похуй, это все равно по дороге. Бля, главное сейчас не застрять в говне. Все, едем на два, без рисков. Просто без рисков. Да сколько можно, сука? Ой, блядь, как я заебался уже! Так, мы доедем. Все, без тильта, чат. Без тильта. Ебануться, сука, мы 40 минут не можем выехать. Все, без тильта, чат. Команда без тильта. Приказано было отставить тильт. Мы едем напрямую к алкашу. Все, сейчас задача простая. Забираем диски, забираем алкаша, довозим алкаша, довозим наши диски. Первая часть плана будет выполнена. Так, это не канава, отставить. Отставить. Ух, блядь. Ну, игра, конечно, интересная. У нас половина голода, блин. Главное не умереть от голода. Ну, вроде должно хватить. Так, сейчас очень опасный участок. Вот это... Участок супер аккуратно проезжаем. Супер аккуратно. Тут и вода, блядь, и крутые повороты. Почему он через право ездит? Так через право, потому что самый короткий путь. Поэтому и езжу. Нет? Канава 100 рублей, езжу сладкий, не дождешься. Через канаву же самый короткий... Ну, вот это... Блядь, через канаву. Через... вот эту всю хуйню же самый короткий путь. Разве нет? Поэтому и ездим. Зацепились, да, вы за канаву, что я сказал слово? Канавы, зацепились. Зацепляйтесь, блядь. Зацепляйтесь, блядь. Чё, ничего? Ща, блядь, с Сацуму мы соберем навёхонькую. Смеется тот, кто смеется последним. А тут я вижу там какую-то хуйню вдалеке. Вот он едет на меня или нет? Или я его догоняю скорее, дядя своего? Айртон Сенна, я вот тоже по этой дороге ехал и умер, блядь. Не повтори моих ошибок. Айртон Сенна это кузен, да?
Канал с рублей, думаешь обо мне, приятно, да. Я из дома выехать не могу, я не знаю. Да, Кать. Я из дома не могу выехать. Это просто пиздец. Последние два стрима по My Summer Car. Это, блядь, просто какой-то ад ёбаный. Я просто не понимаю. Какие-то вещи, которые раньше получались просто элементарно, сейчас не получаются. Хорошо, давайте попробуем реально, может, по шоссе проехаться. Блядь, ну или нахуй, или все-таки по проселочной дороге. Так, дружище, я твой донат прочту, но чуток попозже. Сейчас супер нужно быть это вовлеченным. Кузьма, что с балдежными подкастами? Давно не было. Папич, полподкаста обсуждать можно. Так, ну пока что-то не собирались, но надо собраться. Тоже думаю, все эти последние дни. Да, блядь, пиздец, дел много. Хотелось бы побольше часов в суток иметь. План прошлый, все, в пизду, едем дальше. Ёбаный в рот! Сука, я и забыл про оленей! Ой, блядь! Ещё этот прикол с оленями! Я про него и забыл совершенно. Так, очень длинное сообщение, я его прочту попозже. Зритель, спасибо за 100 рублей. Я его прочту чуть попозже. Нет, даже отвлекаться не буду. Даже не буду отвлекаться. Никита, чтобы повернуть направо, надо руль направо, налево повернуть налево, что, бля, я понял, нахуй, опять, бля, хуйня какая-то. Чтобы не врезаться в препятствие, надо его объезжать, а чтобы не умереть, надо продолжать жить. Надеюсь, поможет. Спасибо большое. Мне просто эта ебаная, блядь, игра, она не дает мне, сука, ее выиграть. Как нахуй одна, блядь, поездка, это сложнее, чем ебаные боссы в Dark Souls. Хорошо, давайте по левой дороге поедем. Все, сейчас едем по левой дороге. Все, я как бы, ладно. Игра, блядь, будто говорит, что надо ехать по левой дороге. Бля, и это ночь, когда алкаш решил не звонить, да? Пиздец, это ночь, когда алкаш еще решил не звонить. Ну, бля, давай дальше спать, раз он решил не звонить. А я не могу больше спать. По правой же, короче, сократим. Час, первый час сокращения, да. Чел, первый час сокращения. А, шоу, первый час сокращения. Пророк Сенбай. Бля, я надеюсь, взялся квест. Мне что, погазовать нельзя? Ну, а дальше сам знаешь, да. Го, все-таки по правой в этот раз не проебу, я чувствую. Бля, я еще хотел пожрать перед выходом. Но я умру от голода. Понимаете, в чем ирония? Я не доеду до города, я просто умру от голода. Мое мнение. Я устал быть сильным. Я устал быть сильным. Так, не буду читать донаты. Я вот прошлый донат издевочный меня отвлек. Потому что я только и думал, как бы я его прочитать. Да ебаный! Нормально живем. Так, сейчас налево и два раза направо, правильно? Радио, не-не-не-не, я хочу поехать в тишине. Звук мотора более меня концентрирует на дорогу. Нормально едем. В шоу голосе. Ой, блядь.
Нет, только не канава! Нет, не засасывай меня! Все, отмена тряски, блядь. Отмена тряски, чат. Официально. Так, и два раза направо. То есть сейчас вот так, да, ехать? Раз направо. А как включить внутреннее освещение в игре? О. Плафон над головой. Ладно, хуй с ним, едем без освещения. Я не понимаю, неужто мы прямо сильно сократили путь, чем по этой долбоёбской... тропинке? А чё он так трясётся? А в чём причина тряски? Надо скорость выше, я максимум еду. Это же не тот был поворот, да? Вроде как. Ну не, мы от голода умрем просто. Надо что-то... Я, блядь, даже не знаю, как это... Ну, короче, хуй знает, какой путь бы лучше выбирать. Давай к дому поесть. Съездим. Ну, садись. Ну и чё ты не садишься? Тебе к тебе ближе надо подъехать или что? Моя жена собирается переехать в Ассу, потому что мужья там более опрятные и трезвые. 30 лет брака, коту под хвост. Так, смотрите, сейчас серьезный вопрос. Где эти диски находятся? Где эти диски находятся? Скажите, пожалуйста, это очень важно, чтобы я их быстро собрал. В каком именно сарае они находятся? Дядю подобрать. Пошел дядя нахуй. Вот в этом сарае или нет? Перекошенном. Или другом. Он слева будет. Вот какой-то сарай был. Справа от подъема к дискотеке будет сарай. А, вот подъем, вот дискотека. Дискотека века. Ну и где?
Ну и где нахуй? Блять, вы же сказали у подъема, блять, дискотеки. Вот этот саранет. А. Вот тот. Бля, я не знаю. Бля, я вот думаю, въебать сейчас нахуй пермачи всем, кто хуйню писал. Вот я думаю, въебать сейчас пермачи каждому, блядь, советчику, блядь, который меня путал. Я, наверное, этим займусь, блядь. Вот как только довезу алкаша, если довезу, нахуй перебаню всех, блядь. Кто нам писал дальше, блядь. И прочую хуйню. Всех нахуй перебаню. Я реально, я не шучу, блядь. Я не шучу, ребят. Я реально просто перебаню, блядь, всех и каждого. Я сейчас вот довезу его, сохранюсь. И буду сидеть 10 минут вот прям смотреть нахуй по перепискам. Ага. Спасибо. Репрессия 671. Наверное, были те, кто правильно тебя вел, но они потерялись за неправильными. Наверное, да. Наверное, да. А колеса? Колеса, я хотел их сейчас взять по дороге. Я хотел взять колеса по дороге. Но, блядь, я спрашиваю, куда ехать? Вот там были умники, которые писали, куда мне ехать. Ну, типа, они пошутить решили, да? С остроумничать. Что вот меня повели в какую-то хуйню лютую. Хотя я спрашивал, сюда, сюда. Мне писал чел, да, да, сюда, сюда. Значит, нахуй из чата. Нахуй из чата. Ты вот любой игре будешь так советовать. Любой, блядь. Едь дальше, вот его сразу баньте. Даже за шутки на вот эту тему баньте. Вот просто пермач. Made in one love, вот просто пермач. Я к вам с доверием. Вот максимально. Вот доверять этому чату. Вот с доверием. С ёпта, открытой нараспашку душой. Веря, что как бы в этом чате все, что написано, это истина в последней инстанции. Буквально то, что запечатлено в камне. Неизменно. Как, блин, текст заповедей. Я с доверием, то точно таким же, нахуй. И в итоге так, вот такое отношение. В итоге такое отношение, блядь. Блядь, куда я еду? Вообще незнакомая дорога, но максимально. А, ну все. Приехали куда нужно. Ладно. Ой, бля, сейчас еще вот эту срань вытаскивать нужно. Ой. Тяжело. Вот, тяжелая игра. Ну, пошла, родимая. Вот и все. Да. Ладно, блядь, с дисками потом тогда справимся. Будем разбирать сейчас двигатель ебучий. Рейд от Денчика Second Hand. Крутой ник.
Хотел я тоже себе как такой смелый ник. Но, блять. А сейчас еще эта хуйня упадет. Ой, блядь. Так, Полина. Озвучь детали, которые нам нужно заменить. Колеса. Ну, это стартер кондишн. Так, начнем со стартера кондишна. Что есть стартер кондишн? А, ну это стартер. А кондишн состояние кондишн. Ну, это в принципе стартер. Стартер. Так, старт. Ну, подождите, стартер у нас вообще нихуя не в этом двигателе. Стартер у нас был... Стартер. Или в двигателе он все-таки. Вот, стартер у нас же тут, если я не ошибаюсь. Это же стартер, правильно? Значит, сначала нам нужно стартер открутить. Так, где наш музяк? Нам все, полуоси все поотваливались. Стартер кондишн, окей. Так, ну тут чаще всего мы семеркой вроде крутили все эти болты. Уилты. Так, вот стартер. И что с этим стартером делать теперь? Что с ним делать? Вот оставить, положи на полку. Купить новый надо. Да понятно, что купить его надо. Но чтобы купить, чтобы именно игра мне дала его купить, мне его просто нужно отсоединить или как? Так, дальше. Rocket Shift. Ребята, Rocket Shift, что это такое? Rocket Shift. Не знаю. Ну вот я тоже не знаю. Сейчас мы узнаем. Так, клапаны. Ключ? Да. Можно? Мама, а почему они... Они уже чит-чат? А где... А почему дядя? Так... Остановитесь! Вы же собрали! Не, зайчик, мы должны его разбирать теперь. Хватит! Эй, дядя! Дядя! Не залезай, ты же хочешь где? Дядя! Дядя! Дядя, не надо! Дядя, не надо! Не надо, дядя! Не надо, дядя! Не надо, дядя! А почему дяде не надо? Не надо, дядя! Клапанная крышка. Так, смотрите, ну, какой вопрос у меня следующий. Rocket Shaft Condition. Это значит, что проблема именно с крышкой или проблема вот с головкой блока цилиндров? Вот с этим проблема имеется. Вопрос у меня такой. Не откручивай клапана, если открутишь головку ГБЦ, она вместе с клапанами отсоединится. Мне кажется, он сейчас пишет какую-то чушь. С головкой, она у тебя ржавая. Смотри, гайд по сборке только наоборот. Ну вот, от другого и не остается ничего. Rocket Shaft — это клапана сами. Так, ну ты, а что значит клапана? Что это такое? Ну, головка блока цилиндров, а чё она не достается? Почему она не достается? Что не дает ей достаться? Так, окей. Это оно, да? Rocket Shaft. Ну, типа, вот эта вся залупа будет. А, ну, наверное, тут надо этот фильтр, да? Тут и фильтр этот надо открутить, как я понимаю. Масляный фильтр. Так, стоп, подождите. У меня все записано. Сейчас мы в любом случае понятно, что тут все менять надо. Так. Угу. Так, головка блока цилиндров. Но вроде как и вот эта трубка должна отлететь, нет?
Клапана это кругляшочки ржавые. Тут много кругляшочков ржавых имеется. Так, ну где-то... А чё, где я тут мог не докрутить-то? Ага, все, вот оно. Головка блока цилиндров. Все, нахуй. Выпускной коллектор. А, вот, что-то там тоже с коллектором была хуйня. Что с коллекторами какими-то бэд. Так, ну вот это точно менять, головка блока цилиндров. Так, окей. Что там некстовое было важное? Пистон сток 4. Пистон сток 4, это вот, как я понимаю, это вот эта срань, да? Пистон стоки. Их тут 4. Это свечи, правильно, пистон сток? Головку не поменять, открути от головки рокет шарт. А, это поршни. А. Вот это. Ща, бля, вообще не понимаю. Коромысло клапанов. Мне клапана надо менять? У меня вроде не было написано. Или это... Вот что из этого ракетшафт? Вот это ракетшафт или вот это ракетшафт? Вот коромысло и надо менять. Сука, блядь, как тяжело, блядь, это ужас. Надо одного умного человека выбрать в чате. Я буду слушать все, что будет он говорить. Но я не знаю, кого из них. Эльдару автоподбору надо писать, он знает. Короче, наверное, просто действительно надо разобрать всю эту хуйню. Всю эту хуйню разобрать. Свериться с моим списком того, что нужно менять. Поехать к автомеханику и просто буду менять. Все по очереди. Другого я не вижу варианта. Это уже на месте, блядь, не разобрать точно никак. Все, вот это будет план, которому я буду придерживаться. На все бабок не хватит. Значит, пойдем зарабатывать. Что еще делать? Вот ты говоришь, на все денег не хватит. Значит, надо будет заработать. Хули остается. Так. Топливный насос. Ну, кстати, топливный насос выглядит будто хорошо. Честно сказать. Из всего, что есть, выглядит он приличнее всего. Так, я его отложу в детали, которые вроде как хорошо выглядят. По информации из интернета, коробку и блок цилиндров можно не менять. Они самые дорогие, но они еще долго проездят. Так. Головка... Головка блока цилиндров, ага. А на все остальное тебе хватит, как раз на случай, если в моменте все купить не сможем. Ну, головка блока цилиндров, это у нас, извините, Rocket Shaft Condition. И Rocket Shaft Condition, Rocket Shaft Condition. Ну, там 10% у Rocket Shaft Condition. Это убитая деталь, все. Бля, ну, слушайте, ну, можно было подписать, наверное, все-таки эти болтики? Скажи, что у тебя менее 50%, и мы сможем... Да тут такая задержка гигантская перед стримом, что как бы это все не имеет смысла. Я буду говорить, и плюс там будут какие-то тролли, которые будут писать, что... А, да, это нужно снять. Может, мод на болты поставить, пару минут по времени легче будет собирать движок. Ну вообще, типа, на самом деле можно. На самом деле можно поставить мод. Я не против. Я просто, блядь, я даже не понимаю, что я сейчас делаю. О, какую деталь надо откручивать, пиздец. Ебануться, зачем делать, чтобы еще можно продавать детали только, которые ты разобрал из этого? Блядь, почему просто не сделать так, чтобы продавались детали? Какой смысл в этом? Я просто не понимаю даже этого решения. Не, ну вот эту игру дьявол сделал. Или... Пойди ту. Сатана. Сатана.
Это знаете, почему вот как бы дьявольская в этой игре, что она вот, она просто дьявольская, в смысле того, что вот это просто, ну, прикиньте. Вам надо собрать машину. Никто не говорит, как это сделать. Просто лежат детали. Хорошо, ты начинаешь собирать эту машину. Вот деталь. Допустим, ты человек, который разбирается в устройстве машины и начинаешь ее собирать. Ты ее начинаешь собирать. И такой, так, буду теперь, ну, вроде понял, куда что вставлять, окей, без проблем, сделаем. Но ты берешь вот этот инструмент и ты такой, ага, много ключей, окей, размеры. И тебе нужно подбирать, блядь, нужный ключ нужного размера на каждую нахуй, блядь, и винтик-болтик, который есть. Потом ты все это собираешь, заводишь эту машину. А она не работает, блядь. И тебе по звуку надо определять, что не работает, разбирать двигатель и смотреть это все. Ну даже, ёпта, с помощью читов, блядь! С помощью читов, которые показывают, что не так, тебе все равно надо разбирать двигатель! Никуда не пойду. Сука, звони дальше, никуда я не пойду. Я знаю, как сделать эту игру еще более дьявольской. Надо сделать, чтобы болты отдельно вытаскивались. И их искать надо было, и чтобы они укатывались. Я, кстати, не знаю, что он не додумался до этого. Реально, ты открутил болт, и он, типа, знаете, вот. Вот так вот падает. И вот тебе нужно, блять, вот, сука... Нахуй, наклоняться, блядь, искать этот болт. И вот тебе прям нужно кнопку зажимать вот этого болта, чтобы вот прям вот, вот так вот этот болт тащить, 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 и вот сюда можно было его положить. А если ты еще долго ковырялся в этом двигателе, у тебя ясен хуй, ну, руки в масле каком-то, в говне какой-то смазки, и они, естественно, выпадают сами по себе. Слушай, гениально, Дим Юрий, я думаю, тебе нужно разработчику это предложить. Мне кажется, он оценит. Он, вот он получит это сообщение, увидит уведомление, откроет его, начнет это читать, прочтет всю твою идею, он такой, сатана, как же я до этого раньше не додумался, перкеле. Ну, слушайте, My Winter Car, все впереди, бля, я не представляю, My Winter Car, там же, это просто пиздец, там же еще по-любому будет хуйня в том, что будет аккумулятор еще быстрее садиться. Не подходит, 0.12, не подходит, блядь. Фу. Нахер. Шкив сняли. Распределитель зажигания сняли. Крышка привода тоже сняли. Ух! Слава богу! Цепь привода сняли. О! Коленвал мы сняли. Так, а он крутится вообще? Он раскручивается. Распредвал не сняли. Ключ на 5, чтобы к нему подобраться. Сначала нужно открутить шестеренку на 10 сбоку. А шестеренку вот ты под, про вот эту хуйню, да? Ее десяткой надо скручивать. Так, ну вот трубка осталась только и вот эта срань. Вот эта срань. Или она была изначально, она не откручивается. Все, мы это все говно разобрали. Так, ну получается блок цилиндров, все, у нас готовый. С этой трубкой только вот не пойму, что сделать нужно. Все, теперь полностью разобрали движок, по трубок не отрубить, срань не откручивается. Окей.
Так, чё, вот эту, вот это говно же тоже, наверное, да, нужно сейчас полностью разобрать. По логике вещей. Должно быть все разобрано. Или нет? Никзибит, после сбора... После сборки с Сацумы. Думаю, надо позвать гопников, семью вместе с ними гонять, собирать дома, чинить тачки, жарить чук, пить пиво и летать с ними в космос. Коробка не разбирается. Все, супер. Все, ну получается, мы разобрали все это дерьмище. Все это дерьмище было разобрано, и получается весь прогресс игры был проебан. Ой, блядь, анекдот нахуй. Огромная беспросветная пизда. Ой, блядь. Теперь по списку новое закупать. Поехали к механику. Механик работает до 4. Сейчас... Сейчас 7, 7:30. Спать ложится. Он с 8 утра вроде работает. Вот. Он работает с 8 утра. Поспать и к механику. Поспать и к механику. Все так, как ты и сказал, друг. Да, те, кто к нам приценился сегодня впервые и остался на нашем стриме по My Summer Car, вы, по сути, ничего не пропустили. Да, я вас с этим поздравляю. Можно сказать, вы пришли как раз вовремя. Мы начинаем игру прямо сейчас, дорогие друзья. Поэтому, если вы пропустили все 10 стримов по Сацуме и только-только присоединились, не переживайте. Мы только начали. 10 стримов обучения, да? Да, да, да. 10 стримов обучения. Можно, ну да, да, так и есть. Так, ну смотрите, какой имеется вопрос. Тоже важный. Касаемо дисков, да? Касаемо дисков. Сука, это опять алкаш. Ну поехали, алкаша подвезем. В принципе, остался последний звонок, и будет шанс залутать хорошие бабки с него. Так, давайте сейчас по-серьезному. Вот там один человек умный в чате я видел, вот... который мне все время писал про этот самый. Который писал много дельных советов. Как тебя зовут? Давай, расскажи мне, где эти диски, все равно едем в эту сторону. Я освободительный. Да. А чё за тряска? Почему герой трясется? Сарай находится рядом с поворотом к свину. Там еще зеленый почтовый ящик. Сарай чисто в поле стоит. Спасибо. Бля, ну опять голод высокий. Голод высокий, у нас бенза не осталось. А если мы ночью заправим машину, мы же сможем, типа, потом оплатить это самое? Типа, утром оплатить Тейма. Так же можно сделать? Правильно или нет? Ай, блин. Все, радио, оно только мешает, оно только отвлекает от реальных дел. Вот прошлый раз. Блять, вот я вспоминаю именно на стриме по My Summer Car. Была вот эта жесткая ёбка с ОБСом. С настройкой ОБСа. Для звука. Вот именно на стриме My Summer Car. И знаете, что самое обидное? Вообще нахуй не пользуемся этой функцией. Я думал, что я настрою это для того, чтобы можно было врубать музыку фоном. Но я вообще не пользуюсь этой хуйней. То есть тот стрим, он просто был зря, блядь. Он просто был зря. Я просто потратил время... Блять, сука. Время, силы, нервы. Просто ни для чего, впустую нахуй.
созванивался с каким-то челом, блядь, зрелом, у которого был пердящий микрофон. И он мне говорил, как звук настроить. Блядь. Какая тупость. Блядь, а почему голод резко вырос раза в три? Сатсума 105 рублей. Чип. Чип! Ты мне движок разобрал, чип! Чип! Вы ж нехуй пиздеть, блядь, со сына на чипа. Наша задача — это разными схемами довести этого гробаного алкаша. Мы не газуем, мы не падаем в каналы. Приехали, забрали, увезли. Так, еще раз, заранее обговорить нужно. Где находится? Где находится? Вот русским языком. Русскими буквами. Черным по белому. Напишите, где находятся эти диски. Напишите, пожалуйста. Где находятся эти диски? Мне русскому человеку. Русский язык. Пожалуйста, напишите, пожалуйста. Максим Паровоз. Нет, я только Максима Паровоза спрашиваю. Все, это единственный человек, которому я сейчас в чате доверяю. Вы все остальные агенты Запада и ЦРУ, которые на деньги Госдепа, была отдана разнарядка. Вот просто элементарно, была дана разнарядка. Есть блогер Кузьма Гридин. Его доводим до исступления эмоций. Вот просто доводим его нон-стопом. Выполняют функции иноагента, да? Азербайджанец увидит разобранную Сатсуму на балконе и захочет купить ее. Да. Ситуация-то произошла... Ну как произошла? Собственно, знаете, это всегда со мной происходило. Меня зовут Игорь Авралович Гофман. Я не знаю, что делать. Ну не, у нас все, у нас бенза нет. Просто нет бенза, мы не доедем. А вот этой сранью можно заправиться или нет? Ну мы просто не доедем, не-не-не, мы не доедем никак. На говновозе. Бля, ну это, конечно, просто идея... Это идея кал-говна, ребята. Это идея кал-говна. Потому что эта сань будет постоянно еще застревать. Так, хорошо. Ладно, подождите. Сейчас, возможно... Возможно, у меня там дизель был. На самом деле. Возможно, там что-то в дизеле у меня было. Потому что что-то я помню, что... Я брал две канистры на всяк случай. Все, блядь, дизель есть. Фуловый. Доехал. Я еще думал, нахуй мне этот дизель. Вроде как трактор заправлен, вроде как его должно хватить. Бля, в итоге пригодился. Прикиньте, дизель в итоге пригодился. Ну, не впустую потраченные деньги. Дизель реально пригодился. Блять, охуенная ночь, в которую этот алкаш решил не звонить. Хуй с ним. Решил не звонить, ладно. Переживем. Загинь дизеля в фургон, потом зальешь. Но тут, конечно, есть одна проблема с этим дизелем. Хватит ли нам на все детали? Понимаете, в чем хуйня? Потому что есть мнение, что денег нам не хватит на все детали. Но мы едем к автомеханику. Так, хорошо, смотрите, какой вопрос у меня имеется.
Вопрос имеется, к автомеханику легче через алкаша доехать, да, чем через этого? Чем через город. Правильно? Максим Паровоз без вас никак. Так, а Максим Паровоз-то не ушел вообще? А нам сначала нужно к автомеханику и потом за дисками? Или наоборот, нам сначала нужно взять диски? Ну, не диски, а вот эту хуйню, как там? Ну, шины натягивать. Сначала диски, блядь. Ладно. В принципе, как будто звучит не очень далеко от автомастерской. Так. Воду игнор. Воду игнорируем. Роман РР. 100 рублей. Никит, спасибо вам за такие эмпатичные стримы. Так здорово. Разбавляете серые будни. Всего наилучшего вам и вашей семье. Да, эмпатии в этих стримах просто. Ебанешься как много. Блять, еще... Ну ладно, едем тогда за дисками пока что. Так, 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 так. Куда так гонишь, брат? Я хочу успеть все. Поэтому чуть-чуть гоню. Но чуть-чуть. Нельзя, говорят они, нельзя. Но иногда, иногда. Иногда можно. Колесо. Бля, такое чувство, если бы мы по этой дороге изначально ездили, мы бы столько себе времени могли бы сэкономить. Просто украл чьи-то диски, ясно. Они в заброшенном сарале валялись. Ты какой украл? Одолжил. Так, ну дорога длинная. Расслабляться рано. Расслабляться рано. Сейчас, блядь, любая хуйня, и кузен может вылететь. На встречку, блядь. Что угодно может произойти. Так. Какой план действий у нас? Привет, что у тебя на уме, молодой человек? Ебануться. Car Paint Job Metal Color. Car Paint Job Regular Color. Paint Job... А, ну это, как я понимаю, перекраска тачки. Custom Paint Made by Artist. Factory Original Special Paint Job. Ну это все перекраска, нам это нахуй не нужно. Рим Полиш. Что это такое? Выложи диски на стол ему. Окей. Ложи колеса на пол механика и потом заказывай шины. Хорошо, Максим. А какие шины заказать? Максим Паровоз, скажи, пожалуйста. Стандарт или Гомер Кобра? А вот европейская ралли дек мне не нужно, да? 1750. Самые дешевые они и по грунту, и по асфальту. Остальные будут лучше либо там, либо там. А, ну давайте, хорошо. Стандартные. Допустим. Окей. Это мы купили. Что дальше? Repair. Ну, это все ремонт. Repair of broken engine parts. Так, что дальше? Все, остальные услуги для Сацумы. Ну, это понятно, что остальные услуги для Сацумы. Нам же нужно вот эту хуйню. Нам поршень. А я не понял, один поршень стоит, блядь, 4000? А, или это 4 поршня будет стоить 4000. Ну, блять, по виду выглядит вроде так же, как и у нас. Это поршень 1, 2, 4. Блять, а откуда я знаю, какой... Они по 349.
А, поршень 2, понял, понял, все, я понял, я понял. Мне все 4 поршня нужно покупать, у меня просто 2 были в порядке, если я не ошибаюсь. 2 у меня были вроде как в норме. Это по-английски поршень как будет? Это пистон сток или нет? Потому что пистон сток 4 у меня 56%, он нормальный. Бери все, ладно. Раз... 2, 3, 4. Хорошо. Так, пистоны, получается, я все заменил. Стартер кондишн. Вот у меня 12. Вот 12 стоит на том стартере, который вот там вот дома. Мне новый стартер тоже брать. Так, а я потратил деньги, а где они? А где они? Если я потратил деньги, куда они делись? А, он потом позвонит, да? Так, ну окей, ну то есть стартер мне тоже надо брать. Rocket Shaft Condition у меня 10%. Rocket Shaft. Rocket Shaft, как я понимаю, это у нас блок цилиндров. Вот это новый блок цилиндров. У меня 10%. Стоит ли брать вот новый блок цилиндров за 2500 или нет? Посмотри в эдиторе состояние коленвала крэнкшафт. Крэнкшафт сток кондишн 44%. Тебе не надо блок. Блок у тебя норм. Точно норм? Потому что рокетшафт кондишн 10%. Ну ладно, допустим. Так, water pump кондишн 23. Water pump. Это что такое water pump? А, водяной насос, да? То есть коромысло клапанов мне брать, да? И вот water pump тоже брать. Ну ладно, возьму, наверное. Блять, а чё я взял? Коромысло клапанов тоже беру. Стартер взял, рокет взял. Колеса поменял. Альтернатор кондишн 40%. Сток карбюратор. AF ratio bad написано. Кранкшафт. Коленвал это кранкшафт кондишн. Кранкшафт кондишн у меня 44%. Вы уверены, что это то, что нужно потратить денег на это или нет? А вот поддон картера и коробка переключения передач, это мне нужно, не нужно? Посмотри, Gearbox Condition. Gearbox Condition у меня 41%. Так, Максим Паровоз, я теперь только тебя слушаю, потому что тут два мнения есть. Поэтому я слушаю финальное мнение от Максима Паровоза. Я только этому зрителю доверяю сейчас. Не бери, коробка долго изнашивается. Все, хорошо. Это не берем, это не берем. Поддон картера, Максим, и коленвал. Последние вот два пункта. Больше ничего взять не получится. Коленвал только бери. Все. Ох, блядь. Че, он реально просто кинул. Ну, все новенькое, но что-то есть и старенькое. Бля, ну они тоже какие-то ржавые, блядь. Я купил эти коромыслы, но они тоже ржавые у него. Хули он мозги ебет? Продает как новые. Сейчас собирать и ставить мотор, да. Попробуем справиться за 30 минут со всем этим делом. Но я надеюсь, что получится. Крышку клапанов и руль найди в ломе. А зачем? Так, ну что, я все взял? Ничего там у тебя не свалилось? Потому что мне возвращаться, конечно, не хочется. Это БУ рынок, здесь все детали ржавые. Охуенно. И, конечно же, проверить, насколько они ржавые, не получится, да? Но вот эта хуйня, блядь, такое чувство, что она ничем не лучше тех, которые есть. Они 100% не слушай никого. Не боишься без меня ехать? Но я еду достаточно медленно. Это первый момент.
Второй момент, пристегнут ремень, не пристегнут. Если я тут въебусь с концами, то я въебусь тут с концами. Надо брагу чекнуть. Блять, брагу надо вылить старую и залить новую. Вот что нужно сделать, мастер. Блять, пипец, это игра... из-за которой я, блять, качаю какие-то, блять, странные файлы с сайта Playground. Знаете, когда я последний раз качал файл с сайта Playground? Когда вот мне было лет 12. Ну не 12, ладно. Ну типа, ну да, лет 15 назад я читал. Типа любому новый радиатор нужен будет, который сейчас он слабый, не вывозит и даже до города не сможет доехать, закипишь. Блять, брага еще там осталась. Бля, ну струя просто мощная, как у породистого скакуна. Я в Сопрано слышал такого рода комплимент. Там чё подслушивал, как другой ссал. И тот выходит из туалета, и он такой говорит: о, какая у тебя струя. Прямо как у породистого скакуна. Такая же мощная. Блять, брага все еще не кончается. Ну, блять, брага кончилась. Так мы же алкашу тогда загнали, бутылок я не знаю. Ну, дохерище. Не? Ну что, собирать двигатель? Оу, щит. Here we go again. На 20 бутылок, брага. Не, вообще ни хрена не на 20 бутылок. Гораздо больше. Потому что я алкашу загнал бутылок 16. А еще он нахерачил себе 6. Не перепутай запчасть со старым. Так у меня все оформлено, ребят. За это вообще не переживайте. Не, ну я надеюсь, My Winter Car все-таки реализует автор потерю болтов. При сборке машины. Ник, ты вроде воду не выключил, да? Думаете? Если я не выключу воду, вот если я сейчас пойду проверять, включил я воду или нет. И она будет выключена. Вы оба готовы на бан пойти? Мне вот идти сейчас проверять, выключил или я включил воду. Я могу сходить, это несложно. Не проверяй, тебе же счета придут. Так нет, но ты же сказал, что я воду не выключил. Я могу пойти проверить. Так, ну вот с этим говном мы имеем дело. Так, пистоны поменяли. Head gasket condition 30. Что такое head gasket? Gearbox, коробка кричает. Fuel pump condition. А, это топливный насос. А, топливный насос, да, это я взял. Crank Shaft Stock Condition, но это я тоже вроде взял. Альтернатор Condition 40%. Что такое альтернатор? Это же не генератор, это что-то другое. Сейчас, слышите воду. Все, окей, если я сейчас... если я действительно забыл выключить воду... Спасибо. Спасибо, Юрий Чховский, спасибо. Так, все вилы я поменял. Вотер, это стартер. Ну, все вроде я поменял. Купил, точнее, основное. Вот единственное, меня напрягает, вот front left wheel alignment и front right wheel alignment, у меня написано bad. И цилиндр intake тоже bad. Это, но это не деталь, да, как я понял? Так, ну что, поехали. Быстренько. Чё, легкое путешествие, 5 минут туда-обратно.
Ну, я говорю, когда вот второй раз уже собираешь, в принципе, будто бы и довольно все лайтово. Единственное, конечно, с этой электроникой. Но там и не надо со всей прямо электроникой ебаться, там только с электроникой, которая с двигателем связана. Ну и то, опять же, понимаете, типа первый раз, да, ты ебешься с этим, но второй раз как будто уже должно быть попроще все. По крайней мере, может быть, я забыл про какие-то моменты, которые ебанутые. Ралли уже выиграли, да, в процессе. Вот видишь, бороздим просторы этой дороги. Хуярим. Профессионально на ралли. Тот, кто не знал горести поражений, недостоин сладости победы. Кто не разбирал несколько раз мотор, недостоин наслаждения участвовать в ралли. Да, ты прав. Устанавливаем диск сцепления. Никита, сегодня, да, сопрано сегодня будет. Сегодня сопрано будет. 6 болтов ключом на 7. Мы до часу, что успеем сделать, сделаем, и пойдем сопрано смотреть. Сорян, что вчера не смотрели, но что-то я вчера так сильно сгорел. Но сегодня я на удивление спокоен. Анатолий, 4 рублей. Тьфу, блядь, полтора часа прошло, а мужик все еще сидит, клапана дрочит. Ну, удачи, чё тут сказать. Бля, я уже плыву нахуй. Извиняюсь за такое обильное количество мата. Блядь, будто ключ на 7. Уже определяю визуально. Какая гайка. Даже в гайд не заглядываю. Так, ну тут две их только же, да? Да, два, ключом на 7. Устанавливаем прокладку. Так, ну прокладку мы новую купили. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Установили. Устанавливаем ГБЦ. Так, ГБЦ. 10 болтов ключом на 7. Сука. Даже если все собрал. Блять. Ой, надо заново собирать, разбирать. Я ебать с ума схожу. Бля, ну я что-то так, конечно, проиграл с этой идеей вываливания болтов из рук. Да, бля, ну да, не доиграл здесь, конечно, реально не доиграл разработчик. Вот просто сюда поддончик с болтами ставишь. И вот прям ручками их вытаскивать по очереди нужно. Ну, может, в MyWinterCar реализует. Настрой клапана сразу. Выжимной на новый поменяй. А у меня нету нового выжимного подшипника. У меня нету его. А у меня нет его, ребят. Не-не, что-то вы гоните, ребят. Ну, тем более, вот выжимной подшипник не продается. Он честный. Устанавливаем коромысло. Ну, все, коромысло теперь. В моем гайде так. Оп. А ну, а если полетит этот выжимной? Или он, типа, игрой не считается как то, что может полететь? Привет, будут ли еще видосы жратвы с Юликом? Мне нравится, ну, постановка этого вопроса. А вы жрать с Юликом будете еще на камеру? Ну вот хрючево вы. Смешно ели. Будет еще такое? Блять, круто было. Клапанная крышка. Устанавливаем свечи. Так, но свечи у нас установлены. Специальным ключом. Так, а свечи у нас как? Ну, блядь. Ну, свечи я новые покупал.
Так, там же два болта. Два болта ключом на 7. Установим катушку зажигания. Катушку зажигания. Так, нет, ну катушку зажигания, как я помню, это старая хуйня. Типа сейчас катушка зажигания, она устанавливается уже в тачке, да? Правильно? Она уже там изначально стоит. Это не сюда, короче, ее устанавливать. Она тут, поэтому... Тебе свет офнули в игре? Бля, да ну нахуй. Так, быстренько перед сохранением едем оплачивать счета. Все, сохраняемся. Сохраняемся и ложим. Ну, и заканчиваем на сегодня. Ну, слушайте, мы очень бодро собрали мотор. Там же чат без нюансов. Ну, то есть, в принципе, вот с новыми деталями. Все, у нас машина будет нормально. То есть, мы настроим еще по тому видосу, подкрутим всякое дерьмище. И, по сути, все будет ок. Kutsumattomia vieraita. Syyhypunkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaiset pikkuset, да, suorastaan mikroskooppiset rattiaset, jonka ratkaivat ilon ja munivat sinne munansa. Eivätkä ne edes lupaa kysele. Kyllä se kuuluu se hyvin tapoihin ilmoittaa, jos meinaavat syöpyä kiinni. Надо еще, конечно, концовку трушную получить. Тоже такой момент. Так, ну что, ребят, наш стрим заканчивается, да, напоминаю, что на Boosty мы смотрим клан Сопрано. Присоединяйтесь к нам, смотрите вместе с нами Сопрано, хорошо проводите время, обсуждаем кино, американскую культуру, непосредственно сериал, в общем, приятные встречи проводим. Поэтому присоединяйтесь к нашему... А, ну что, сохраняться это уже я завтра. Просто дьявольская игра. Я не могу другого описания к ней подобрать. Это реально дьявольская игра. И все в ней дьявольское. И сделал ее дьявол. Всего вам доброго. До завтра. До киноука.